Постоянно тебя то там, не то тут. Ты где вообще? Я, брат, улетал вообще в другой штаб порядок наводить, бля. Спасибо. Пощечин раздал там, бля, пару пацанам, бля. Сейчас сюда приехал. На это смотри, на эту хулиганку маленькую. Хай! Видели мою новую прическу? Шикарно, не? Ты за ней не следишь, да, Минчик? Или она сама за собой следить не может даже? Бэйби Фейс просто лучше. Че смеешься? Это же ребенок, у нее родители. Короче, у меня так, какие вот отец мой перед тобой стоит, алё. Я же ее отец, Байер. Это твоя племянница. Все понял, брат. Короче, у нас из-за того, что человек заболел, нас до 3 числа отпустили на карантин. Такое радостное, господи. А она в каком классе учится? В 10-м. Шалей. Это что, мази? Да. Мазь это Вишневского. Братуха, ты видел? Там есть топ по бизнесам, это мы топ-1 должны быть. Где? Ну, ты не видел еще новое меню? Ка, ну нажми. Так, на нее смотри, на нее. Что не так? Красавица папина. Вся лица. По факту. А чё тут по рангам, брат? Там машины, что, брат, это вся дюжуха, брат. Ты видишь, да, по машине? Каждый на своей ездит. Машины же, давай салам алейкум сделали, Байрам. Даже теперь, бля, не варят на Геликсе уехать по тавочке, да? Респауна хип еще больше не будет. Да, да, да. Мне еще сейчас одно видео сказали скину. Сказали, короче, то, что дочку в отстой видели с Алишером. Да нет. Да. А, да, ходят тоже слухи, что она привет и передавала. Слухи не знаю, мне сказали видео скину. Она такая, ты же сам знаешь, от кого она, бля. Я ее блядь, в воспитании участия не принимал. Вон она, сейчас подожди-ка. А ну, а ну, а ну, а ну, а ну. Выходи-ка. Джонни, ты такой. Сюда иди. Ты что хотел? Я как раз таки ничего не хотела. Да, если, по-моему, общаться даже не надо. Вот. Ты знаешь, по какому вопросу я тебя сюда позвал? Конечно, знаю. По какому? И ты знаешь мой ответ. А ну говори быстро тогда. Так ты знаешь мой ответ. Какой ответ? Ну, обычный. Какой вопрос для начала? Вопрос такой, ты катаешься с Алишером? Ты вообще знакомы с ним, правильно? Угу. Вот такой вопрос будет. А ответ какой будет? Ответ скажу нет, я не каталась. А если видео покажу? А это видео будет недействительным. А с чего ты взял? А потому что несущественный мир, в существенный мир толкать не нужно. Привет, что, она передавала мне? Привет, ты передавала? Она уже поняла, туда в этот ручной пулемет сильно вовлекла. Да-да-да-да-да. Да не, просто не надо ручной пулемет как раз-таки путать с реальной вот этой жизнью, которую мы якобы живем. Вот мы сейчас в реальной жизни живем. Ну вот, я говорю про эту реальную жизнь. Есть видео. Чё, так ты меня раздражать начал? Раздражать уже начал? Базар, мне вчера одно было, сегодня другое. Замуж хотела, не дать. Ты замуж, это человек. Не говорила, что я хочу замуж. Я тебе говорю. Да не, просто. Перезаряжайся. Мы с тобой серьезно дома поговорим потом. Ты очень плохая девочка. Ты... ладно. Все ясно, все ясно. Я слышал, знаешь, что это Алишер рассказывал. Что ясно? На этих смотри, да, уже обрывы. Гуджа! Что такое МГС? Привет. Привет. Бля, вчера не потянули, говорю. Ночью, говорят, хиппи. Я слышал. Один человек еще не знаю. Тоник, это этот. Я сейчас тебя шею сниму, бля. Ты мне не советуй, да? И так настроение нет у меня, бля. Что случилось, Тоник? По забронники войну мы проиграли, да, валла Мухаммад. Мы же там одну машину, говорят, выгнали. Другие по две, по три, мы одну, брат. Папа. Смотри. Подходит Байрам, говорит, держи подарок. Кто подходит? Байрам подходит, говорит, держи подарок. Да, говорю, какой? Смотри, дальше продолжаем. Это не все. А с ногами что? Что за мазня? Какой ты трудный ребенок у меня. Нормальную маску надень, милая.
Какой трудный ребенок это, нет, Мухаммад? Ну да. В свое время гуляли с тобой. Часть выйдет. Ты помнишь, в других штатах мы с тобой один день отдыхали ночью? Я, ты и еще три девушки. На 3 ляма за 20 минут. Ты помнишь это день? Вот же тогда она и появилась, брат. Серёжа? У меня есть вот эти ваши 3 ляма. Ошалеть. Да, да. Это и есть тот самый сюрприз? Да. Вайяна. Ну ты хоть спасибо сказала Байраму? Маску а, потарил, это, конечно, сказала спасибо. Ну, его задержали, конечно, но я сказала спасибо. Ты знаешь, что Байрам твой дядя? Вай, это что за, я не знаю. Ладно. Несчастье. Говорят, вот, да. Не такой вот Байрам, мой младший брат. А, Невечин, это тоже дядя? Невечин? Или это уже дедушка? Это дедушка. Я все, да, я все. Я твое все, я короче. Все. Ты не хочешь дедушке бабушку найти? Мэри, прекрасная Мэри. Она замужем. Ее мать за ней не следила, сдала ее в интернат. Мы вот с Магомедом гуляли в свое время по другим штатам, заказывали девчонок, а это ее мать оказалась. А ты же ей еще имя придавал, типа, не успел, да? Угу. Ты ее так называл. В другом штате. Она вот так ничего не сказала, представляешь, родила девчонку вот эту и стала ее. Вот так-то девчонка хорошая. Лахма. Лапочка она. А можно вашей дочке деньги дать, Лахма? Конечно, нужно даже. Ну ты деньгами ее сердце не покоришь. Да не, это чисто на карман, короче. Я вот его вижу, вот его вижу. Спасибо, скажи дяде, милаш. В третьем шлеме, и он свой. Да, это в магазине. Так вот, че, мы не будем эту тему делать? Будем, будем, пойдем. Сейчас вытянут зама, зама этот, лидера фи... Стопудово? Да. Фуй. Вот же она. Милаш. Умница, папина, сюда иди. Случилось то, что сегодня папе твоя помощь нужна. Че за помощь? Будешь учиться. Я только закончила учиться. Учиться другой жизни. Настоящей. Да. Не то, что тебе в школе учителя рассказывают, а настоящей жизни. Спать хочу. Поедешь спать, ничего страшного. Надо. Пойди сюда со мной. Они уже выезжают в... Стопудово? Да. Уже все готово, что ли, там? Да, там замдиректора ФИП, короче, его сейчас девочка вытянула. Угу. Ах, он, бля, хискализ, бля, слабенький, бля. Она вытянула его? Да. Все. Все, давай, я сейчас. Сейчас придумаем. Милаш. Хочешь посмотреть, как папа дела делает? Куда я денусь? Давай маску одевай тогда. Ой, столько Байрам масок надарил. Я не знаю даже, что надеть. Видишь, какой Байрам заботливый у тебя дядя. А это рация что дает, которую вы настали? Так сервер еще официально не открыл. Скинь ее. Какой сервер, черт побери? Что происходит? Стой, стой, стой. Ножик, ножик. Машина нужна нам, брат. Машина нужна. Да, сядем, брат. Запрыгивай, Джонни, зверь, блядь. Да, запрыгиваешь нам, Ахмат? Все, пока нет, брат, пока все четко. Сейчас посмотрим, что как будет. Седьмая бургерка, короче. Они уже там? Да. А в городе красть можно? Может, они за город вытянет? Бля, в городе если нельзя красть, пускай чуть-чуть за город его увезет, блядь, он же такой, блядь, если уже... Это он? Всё. Тут же он, блядь, руки поднимай! Машины быстро выходи, руки, сука! Руки, машины руки, быстро, руки поднял, за голову, руки блядь, какой машины, долбоёб, это мы в машине были! Руки, руки поднял, за голову, быстро! Быстро, быстро, быстро поднимай! Да трёх считаю, блядь, долбоёб, что там печатаешь, блядь! В эту машину сейс, в эту агент, блядь, FIB, блядь!
Дубина, ебани мой раз по ебалу, бля. Сейчас достану мешок с правого кармана и надену на человека на пол. За мной иди сюда. Давай, взял за руку человека, бля, и повел за собой, бля. А вала, бля. Ты что-то не понял, что ли, бля, Марасеша? А вала, бля. Взял человека, бля, взял и веду за собой его, бля, вот в эту сторону, бля. F3 выпейте. Посади его машину. Подожди, вот где он, бля, как миленький за мной пошел, бля. Стой, 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 стой. Сюда иди, бля. Мазу, сядьте куда-нибудь, не надо много машин. Вот поменьше машин было. Ты слышишь меня? Пизать. Боже. Молодец, бля. Собак наказываем, бля. Я тоже не пойду. Ай, бля, его. Ему за это что будет? Варник, бля. Варни, бля, варни. Он с работы вылетает, да? Да, да. Целый зам, да? Гуджа уволили только что одного, бля. Целого зама. Бля, Барбака, тормози до средней пальцы показывать, бля. Стопудово дубльфа надо. Это кто? Виновник всего торжества. С мамочкой катаешься, да? Смотрите, Клеопатра, в чем мне ваша помощь нужна? Ты можешь ее мамой называть, как я тебе не запрещаю. Известно, Клеопатра. Да кто меня стреляет? Уберите его. Вы бросили меня в детстве, да? Да. Как мне известно, вы работаете в ПД. Да. Вот, чтобы как-то исполнить вот эту вот пустоту заполнить, вам нужно сделать то, что я говорю. А если не сделать, вы сами понимаете, что будет. Давай, давай, конечно, успокойся быстро. Я всё готова сделать. Уберите даже. А, позовите сюда любого вашего друга-ПДшника с формой. Блять, милаш. С формой. Друга не надо. Какого-нибудь самого мерзкого сотрудника. Гнилого самого, а гнилого. Вам не хватило одного, да? Не, это отличная работа, Клео. Здорово просто. Это так, мы ценим. Сейчас. Чё, скажи, вот, что карантин, там что у ли? Тебя свидание будет с ним, что ты ему дашь или что-то такое. Ой, да тормози. Дочка, пахан здесь, куда дашь, Маш, не делай. Шоколадку. Хорошо. Милаш, милаш. Вот салат ее привезли. Если да, не совести молодые, вы что делаете? Я же взрослые кисты я состоят. Я уважаю все-таки. Меня землю провалит. Меня слышно? Меня воспитывал мой отец. Да, Мухаммад. Yes, of course. Ладно, первые 5 лет я была в детдоме, поэтому... Аж... Первые 5 лет я свои не помню. Вот, я помню эту ночь, я помню. Ну вы поняли, да, там это? Ах, вот. Думаешь, она метиска? Я не знаю, как бы это все осуществить. Хорошо, тогда сделаем по-другому. У вас же есть рация при себе? Да, есть. Хорошо, вы сейчас по рации говорите. У вас есть знакомые такие прям, ну, не особо хорошие? Да, есть. Вот, вы сейчас зовете его сюда, говорите, что нужна помощь. Так нельзя, так нельзя, так нельзя. Её уволят потом. Её выкинут сразу. Вам нужна эта работа? Да, мне нужна, Милаш, эта работа. Я сдала вас в детдом, чтобы работать там. Что? Теперь ты понимаешь, насколько для меня это важно. То есть работа важнее меня. Конечно, вот так ты маме нужна была. Я забрал тебя с детдома, все тебе дал, одел, снова договор. Как после этого меня должно волновать, уволят ее или нет? Милаш, я ведь попросила прощения. Мы тут кино снимаем, уедете? Не стреляйте. Да зря вы стрельнули. Не стреляйте, не стреляйте. Пойдем, да, обсудим где-нибудь в другом месте. Надо уехать, все, они сейчас код кинули. Что, код кинули. Да. Они откуда знают, кто это? С машины стреляют. Они не знают, кто это. Запах пусть почуют, я не знаю. Я думаю, что это, знаешь, типа... Тут уже собираются реально потихоньку. Засада, брат, это засада, за слова отвечаю, это засада. Сядьте в машину, сядьте. Клеопатра, поехали на мотоцикле. Поехали, только не скидывай. А, смотри, такая что толпа подъехала. Запрыгивайте по машинам, сейчас всех лизать будет. Быстрее. Быстрее садись. Джованни, ты? Да. Поехали, брат. За нами садитесь, езжайте, милаш. Хорошо. Сядьте, Михайлович, сядьте. Нам надо как-нибудь рассосаться все.
Потом через смс увидит. Давай резко снимемся. FBI кричит, это кто? Что дурачок, блядь? Давайте там наберет ее. Снимайся ты ему, потом всем сообщим, где. По старой доброй, по тупичкам. Вовнутрь нельзя заехать, да, через эту решетку? Хау, Хамид, я тигру на опыте, бля, по тупичкам. Парковка, бля, аккуратненько. Даже? Ты, бля, сюда аккуратно заехал. Тут там, говорят, Клео, бля, выстегнули, я слышал. За Михалычем гоняют. За вами хвоста не было? Нет. Не. Машин затар, там вертушка. Тут повсюду ищут, но походу военное положение еще живет. До военного положения так еще далеко, я баршинул, но... Мусора ищут на городе. Чем более, бля, зама ихня целого уволили. Все, бомбово. А, она приехала вообще, уже? Вот если грязно, как сделать, чтобы чисто, ну... Как-то ремонтировать его или ничего вообще? Только подождем. Ждать. Никак. Только дождик есть, брат. Мы сами на грязных ездим. Скоро добавят, скорее всего. Уже строятся там. Клео? Да. Чё думаешь по поводу того, чтобы вытянуть кого-нибудь? Есть какие-нибудь предложения? Да я-то не против. Есть один Эдуардо или как-то там Эдуардо. Я не помню, как офицера зовут. Угу. Вот у меня к нему личная неприязнь дикая. Всё. Эдвард Феникс, что ли? Эдвард Билл? Сейчас. Михаил Литвин. Ты после родов смотри, какую форму даже сохранила хорошенькую. Занимаешься до сих пор? Эдвальда Кустарник, конечно, в СПД. Кустарников. Так, ну я не знаю, как его вытянуть, вы понимаете это? Вот его. Вот под каким предлогом? Да он твой голос услышит, попутает, бля, они же там все слабые, бля. Он там на работе сейчас? Он на работе, да. Догадайся, на что. Скажи, ну, как обычно, подойдешь просто к нему там. Этого как ты вытянула? Он меня сам попросил отвезти его. Да просто скажи, пойдем пообщаемся, скажи, очень понравилось. Лахма. А. Наверх стоит менты. Что? Мусор наверх стоит. Наверх стоит менты? Где? Да, наверх. Да. Вот здесь. Ну, вы за собой смотри. Давай здесь, долго не будем, не палите, здесь стойте, чтобы они за вами не пришли этот... Смотри, времени долго нету. Пойдешь к нему к Лео, типа, скажешь, поехали, отъедем, поговорим. Ну, он, конечно, женский пол увидит, тем более тебя, да, и... Он, я думаю, тебе не откажет. Слишком там ему комплименты не делай, чтобы он ничего не заподозрил. Пойдешь, скажешь, пойдем пообщаемся с тобой, машину посадишь его, и уже... Ты должна будешь знать, где мы находимся. А мы где будем находиться? Давай смс-ки. Может, на этот? На дамбу? Чтоб в городе же нельзя такие вещи делать. Дамбу много кто знает, честно говоря. Вот я вел, короче, видно? Да, но это не маяк, если что. А? Маяк по... Это не маяк, маяк повыше. Не-не, маяк, понятное дело, то, что Лахма говорил, да, это самое, это я просто на это дал. Мы-то можем и маяк, и любое место. Главное, чтобы ты знала, и чтобы мы понимали, куда. И мы тебя там будем ждать, и ты уже приедешь вместе с ним, и все. А там как разыграем? Типа ты не в курсе или что? Я не в курсе, конечно. Ты не в курсе, мы ну, чисто сидели. Ну или ударите его по голове, чтобы он забыл все хорошенько. Я не знаю, там всю свою жизнь забыл. Это мы умеем. Че, давай время тогда тянуть не будем? Вытянешь его и этот... Давайте. Джонни, ты же с ней на связи, на телефоне? Отвези меня в СПД только. Отвези ее, Мухаммад. Кто я? Да любой, кто хотите, на чем она хочет ехать. Вот, я садись, тоже вот. Мухаммад, просто сейчас. Все. Отвезите кто-нибудь уже. Садись, давай садись. Я пока джип заберу тогда. Давай, забери, Мухаммад, мы тебя здесь ждем. Отлично. Че говорит Джонни? Да, слышно, кто есть. Я не могу просто видеть, да, вот. Машины не буду. И место дайте, да, по-братски. Так, Джованни, ты здесь? Да. Садись к нам. Джованни, дайте, сядет. Остальные на задний гелик садитесь. И ты хоть знаешь, куда мы едем, Джонни?
Где тебя это? Да, где красили вчера они мою бороду, вот туда, брат, под эту. Сейчас позову всю толпу сюда, а и вы туда-сюда, и все. Вдруг что-то случится, он не поедет с ней. Бустик, ты что делаешь, брат? Еще никого не хапнули, сейчас эта Клеопатра хочет вытянуть одного мента. Эти черти меня через себя. Давай мы, мол, знаешь, что делаем? Мы, мол, сидим здесь, блядь. Семечки грызем, сушняк, а, и уй туда-сюда, да-да-да. Сотрудник, она одна из лучших. А как мать одна из худших твоя? Ну ты бы знала, какая она по молодости была хорошая. Ой. Мухаммад, а знаешь, да, Мухаммад? Я же говорю, брат, она метиска. Вы вдвоем? Не-не-не, тормози по очереди. Лахва. Ты ей зачем такие вещи за ее маму говоришь? Слышно? Там я же не обозначу. Кого? Агента ФБР. Да не. Валя, Джонни, через себя в натуре можно любого в городе выцепить, что ли? Это, по-моему, еще такой высший. Давай масочки одеваемся потихоньку. Номера скрутились? Номера снимайте с машины. Так что это... Слышишь? А? Смотри, сейчас выйдешь, ты замерзнешь на улице. Смотри, какая погода и ветер. Вообще с ума сошла? Быстро выходи давай. Ты машину садись, печку включи. Да если кого-то заложники привезут, они ничего не сделают. Фу, бля, очень... Внизу, да? Да? Тихо, тихо, сейчас по именам не называй никого по именам. Вот и мы приехали, Роша мастерская. Ах ты, блядь, а ну выхай-ка, бля, ебит форт, бля. Открыл дверь, бля, резким движением руки, бля, ебанул ногой по животу, бля, человеку напротив, бля, и за шкирку вытянул его, бля. Со мной проследуй-ка, быстро, блядь. Руки за голову. Руки за голову, быстро, блядь. Хоть одно движение лишнее сделаешь, блядь. Телефон попытаешься достать или что-то по рации передать, блядь. Ты знаешь, что с тобой будет? Ответь просто да или нет. Ты тоже руки поднимай. Ты куда идешь? Ой, простите. Руки поднимай. Ее уведи вообще в другое место. С ней вообще отдельный допрос сделай. Иди сюда. Нет, 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 не ты, он этот, агент Дже. Ты слышишь меня? Да, да, слышу. Хуеплёт, блядь, весь день тебя ждали, блядь. Чё здесь делаешь? Да вот, катался. Катался, блядь. С офицером. С офицером, блядь. И куда ехал, блядь? На море, блядь. А? Ну, чё такое довольный, вот радостный? Она тебе чё, по пути что-то показывала? Ты чё такой радостный? Он уже не радостный, он уже не радостный. Он уже, бля, обижен. Он такой радостный был, наверное, с ней ехал. Думал, ой, бля, сейчас что-то перепадет, хотя бы потрогать где-нибудь, бля. А может быть, язык свой запустить, бля. Резким движением руки стянул маску человека напротив, бля. Фу, бля, на него смотри, да, бля. Честно скажи, представлял уже, бля, как ей прыгаешь туда? Нет, ни в коем случае. Я честный офицер. А что, честные офицеры, бля, не запрыгивают, что ли, бля, между ног? Не на работе. А чё ты, бля, не на работе? А твоя работа это чё, вот здесь, бля, кататься с сотрудницами, что ли? Водолаз, бля. Нет, мы патрулировали. Патрулировали? Бля, да. И чё, бля, да патрулировались? Ну, как видишь, не очень. С собой есть что-нибудь? У тебя рации, телефоны есть? А, телефон? Да. Да-да-да. В каком кармане? В правом. В джинсах, бля? Да-да, в джинсах. Сунул, бля, руку в джинсы, бля, человека, бля, достал оттуда телефон, бля, презерватив, бля. Это чё, призики чё у тебя делают здесь? В кармане? Подкинули. Что за подкинули? Подкинули. А вот это, убери эту девочку отсюда, её убери. Аудио, видео, записывающее устройство имеется? Нет, не имеется. Вообще ничего с собой нету, кроме этого телефона, да? Да-да-да, я просто... Я просто, бля. Открыл телефон, бля. Пароль веди быстро. Руки отпусти, пароль веди здесь на телефоне. Быстрее. На его голубые глаза смотри, да, бля. У него до сих пор, бля, отражение этой, бля, леди, бля, которая с ним в машине ехала, бля. Лахма, лахма. Лахма где? Видеорегистратор у него регистрирует. Я говорю, как его, пацаны. Видеорегистратор на машине записывает, прикинь.
Чё, блин? Агент Дэй тормози, да, имена не называют. Да, всё, нету у него ничего, нету. Я просто обознался, короче, я сказал это. Пароль вёл ты? Да-да-да-да, я вёл. Молодец, блядь. Что там есть фотки? Переписку тоже почитаем. Я сначала зашел в его этот, блядь. Да, у меня даже сим-карты нет. Ты не наебывай, бля. Вот же она показывает, бля. LTE, блядь. Я не знаю, я сим-карту еще просто не покупал. Ага, не покупал, бля. Это кому ты смски писал такие? Хочу к тебе, бля, между ног поскорее запрыгнуть. Я так соскучился, бля. Постоянка. Подожди, еще ниже сообщение. Люда, соседка. Обмажешься нутеллой, бля, мой язычок уже соскучился по тебе. Охуеть, бля, ты что за грязный гал? Ты что, дурак, что ли? Да я не знаю, откуда это. Как не знаю, бля, телефон твой? У меня даже сим-карты не было. Телефон твой? Да. СМС-ки тоже получаются твои? Да, наверное, я им, правда, не пользуюсь. Ты, бля, что за ты, бля, грязный гал, бля. Служебный, скажи. Бля, смотри, да. Ага, фотографии, что за здесь у тебя? Зашел в фото, бля. Ух, бля, ну ты вообще ебанулся, бля. Смотри, да что за он здесь фотографии делает. Подойди, подойди, посмотри, агент, брат. Тебя же спрашиваю, кого? Панина, Панина. Так, кто это? Эй, блядь, тот, кто с тобой на фотографиях здесь сосется, блядь. Кто это, блядь? Я не знаю такого человека. Что за Джастин Бибер, блядь? На эту фотку с Мэйда, где она у него на лице сидит. Такие хоть зачем вещи ты фоткаешь, Скида? А ты доехал, что ли, все-таки до этой с Нутеллой? На него да, смотри. Я даже телефона не понял. Как нет? Вот же ты селфи в зеркале делаешь, и она у тебя на лице сидит, бля. Чё ты раскачиваешь? А? Такие фотки хоть зачем ты делаешь? Ответь да. Да я не знаю. Телефон, я же говорю, я не фоткаю. Там я собирался делать, честно скажи нам, чат. Не-не-не, не на работе, ребята. А чё ты на работе, бля, не запрыгиваешь, что ли, между? Нет, я честный офицер. Ты только после работы, да? Естественно. Фу, бля, Щербаковский, бля, ты с этого дня, бля. Фу, бля, какие люди здесь, бля. А ну-ка давай. Yo, побежал? Up, what's up, guys? It's terrible. Exercise, guys. And cannibal people. 1, 2, 3, 4, 5, скотина, тебя не слышно? Говори что-нибудь. Кричи, бля. Вот сейчас, бля, тебя уже слышно. Руслан Воздухан, бля. Давай, вокруг меня, Руслан далеко. Воздухан. Быстро, быстро, в темпе, блядь, в темпе, как, блядь, на батле, блядь. Отойди, отойди. Быстро, быстро, вот так, вот так, вот так, разгоняйся, блядь, цунами здесь, блядь, создай вихрь, блядь, бурю, блядь, ебаный, чтобы она на его хату, блядь, понеслась отсюда. Еще быстрее, и кричи. Ты давай, блядь, как Юлий Цезарь, блядь, делай несколько вещей одновременно, блядь. Руслан Воздухан, и бегай вокруг меня. Это сложно. Блядь, сука, остановись-ка на секунду, остановись. Вот так стой, теперь ты сам по центру. Теперь, блядь, я тебе покажу, как это делается. Вот так видишь? Руслан Воздухан, Руслан Воздухан, Руслан Воздухан, Руслан Воздухан, Руслан Воздухан. Сука, если так не делаешь, я тебя заволю, ты понял? Понял. Молодец. А ну-ка давай. Попробуем. Руслан Воздухан, Руслан Воздухан, Руслан Воздухан. Бля, ты сейчас задохнешься, сука, язык выплюнешь, блядь. Делай нормально. Видишь, как бы умираю, легкие, слабые. Ну сидите целыми днями, курите там, бля. Тренировки что такое даже не знаете. Делай. Руслан Воздухан, Руслан Воздухан. Я задыхаюсь, не могу больше. Легких не хватает. На пол упади, бля, и кричи вот здесь. Ляж, бля, ляж. Если языку плохо, бля, ляж. Ложись быстрее. Ты видишь, бля, как это делается на самом деле? Ты это видишь? Просто у него дыхалки нету, брат, они же все такие, понял, на выносливость слабые. Ты же когда на работу устраивался, ты какие-то, бля, физподготовки, турники, брусья, отжимания, ты же что-то делал, черт побери, бля. Там только отжимания, там легких почти не надо. А ну-ка давай-ка, бля, отжимайся тогда раз, пропиздил, бля. А ну-ка встал, бля. 58 раз, пока отжимания не сделаешь, я отсюда никуда не... Руслан Воздухан, 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 Руслан Воздухан
Бля, конь тормози, да. Голову подними. Смотри моментами. Жопу опусти, ты чё, бля, раком стал, бля, голову выищи, подбородок подними, вперед смотри туда. Вот так. Пошел. Хорошо. Хорошо идешь. На мировой рекорд. Делай, делай. Слышу, как ты выдыхаешь. Да видишь, выдыхаю вовсю. Выдыхай! Выдыхай, не слышу. Да слышишь, вот же, выдыхаю вовсю. Молодец, бля. Вставай, 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 вставай. Вставай, бля. Иди сюда. Нырни один раз, бля. Ты, наверное, вспотел, бля. Нырни. И сразу выныривай. Секунду. Не, морозоустойчивый. Ну ты вот приехал, ты патрулировал, да, ты хочешь сказать? Да. Бля, ты должен город патрулировать, там что происходит? Ты здесь как оказался с ней? Ее фигуру шикарную увидел или ее голос нежный, что тебя попутало сразу? Мы все патрулируем, всю территорию. Ты ее полностью хотел патрулировать здесь, скорее всего, да? Ни в коем случае. Ни в коем случае, бля. Я по твоим фотографиям в телефоне и смс-кам видел, бля, какой ты ни в коем случае, бля. Ты говоришь, такое можно? Как бы я-то не вру. Девушка, вам какие-нибудь комплименты вам там или какие-то... Еще когда мы были кадетами, это было еще 10 лет назад, он мне в любви признавался. Но я другого любила просто. Вот и все. Ай-яй-яй-яй-яй. Ни о чем не боится человек. Здесь, бля, столько оружия, столько всего. Он стоит, бля, в любви и признавался еще по универу, бля. Ходил, бля, пока она с другими на машине каталась, бля, как сучок на коленках стоял возле дома, бля, с цветочками. Вот же, бля, агент BBC, бля, M-A-R-L, цель, бля, Марсель! Марсель! Да, слышно? Да! Да, депутат Марсель, в чем, собственно, делал? Я вас коротко вот так в дело поставлю, депутат Марсель. Вот этот человек, вот это негодяй, бля, ничтожество, хулиган, бля, можно вечность о нем говорить. Так. Он... Вот эта девушка, милое, прекрасное создание. Посмотрите, Маша, познакомьтесь. О, какая красивая девушка. Голос, фигура. Здравствуйте, депутат Марсель, Единая Россия, бля. ЛДПР подо мной, если что. Но об этом потом поговорим с вами наедине. Да, да, да. Вот он в рабочее время, депутат Марсель, в рабочее время приехал сюда, приставал к девушке, насильно привез ее сюда, комплиментами и всем остальным ее засорял, его телефон изъяли, там были фотографии, где девушки у него на лице сидят, где он с мужчинами сосется, и где он пишет девушкам смс-ки развратные, как он между их ног оказался бы. Губками. Слушай, думаю, дальше вы знаете, что и как ему объяснить. Слушай, да я тебе 1000 раз говорю, бля. 7 раз отпей, 1 раз отлей, бля. На чем вообще занимаешься? Объясни мне в этом штате. А? Вид, род деятельности, расскажи мне. Я понимаю, бля. Ебить ебать на расходушке завещал великий Пушкин, бля. Ну ты сейчас пришел сюда, бля, в какую-то пустыню с девушкой, бля. И ведешь себя неподобающим образом. Тем более полицейским. С тебя здесь люди пример берут, бля. Какой ты... Что ты вообще хочешь сделать здесь? Ты можешь объяснить? Монеты, кто с него пример? Нет. Полиция, по идее, да? Подобные, конечно. Младшие по званию, бля. Пощечина тебе сейчас залетит, бля. Говори, бля. Байра, дай-ка ему одну, бля, чтобы он заговорил. Хлёсткую, Байра. А ну иди-ка сюда. Ага. Сейчас сниму перчатки, дам пощечину человеку на поте, блядь. Говори сейчас! Супер! Ну-ка, ты все смс-ки в его телефоне проверил? Ну-ка, дай-то я проверю сейчас его телефон. Его телефон у меня. Вы половину там не видели. А я даже лезть дальше не стал. Ну-ка, дай я прочту, чтобы все услышали. Достал телефон с кармана и передал человеку напротив. Так, читаю. Так, читаю твои смс, дохожу, любимая. Так, ты где? Он пишет, я в отпуску. Только легкий анонизм укрепляет организм. Ты что ей писал? Ух, бля. Так, читаем дальше, бля. Как не вот твои смс-ки читаю, бля. Ты что, во лжи мне хочешь объявить? Я снимаю, говорит. Подожди, я читаю. Я снимаю с тебя трусы, а там растут борода и усы.
Это кого писал? Ей, что ли, бля? А ты позвони. А? Звоните по этому номеру, я не знаю, позвони. Кто это. Бля, я не могу звонить, у меня единицы закончились, бля. Это, бля, пакет белой ночи, бля. Единицы, братишка, я вижу, бля, у тебя фотки здесь в спортзале. Ты запомни одну вещь, бля. Чтобы девушки потели, нужен хуй, а не гантели, бля. Что ты можешь сказать, свое оправдание? Да хрен знает, подставили, сим-карту себе вставили. Какую сим-карту вставили, бля? Да, вот же я вижу, МТС-овская симка на тебя оформлена. Тараканище, бля, покоритель очка и влагалище, бля. Ой, бля. Здоров, охотился? Да, ты перебиваешься. С голосом, что... Ару тебе не под силу, да, чтобы на них охотиться? Отвечай ему, бля, его ждать не заставляй. Да я не понимаю его. А чё меня понимать, бля? Я вру. Я сам себя порой не понимаю, бля. Просто головой кивай, бля. И говори, да-да, всё именно так и было. Может, минимум 50 штук на цель. Ты бабки дай, а мы уже распределим. У меня с собой $5, хочешь, да, $5. $5, бля, возьми, потерись, бля, ёбаный, ты дурак, что ли, бля? Такие суммы предлагать маленькие. Пацаны, за $5, бля, на айфоне экран не разблокируют, бля. Деньги не платят. Здесь, бля, пацаны на масках, бля, все полям долларов подняли, бля. Надо звонить, телефон ему надо давать, Марсель, чтобы он звонил высшему руководству, чтобы за ним, бля, людей с бабками всё направляли. Передал телефон человеку напротив. Без глупости, бля. Кому позвонить? Блядь, кто за тебя сюда приедет, блядь? Блядь, а да за тебя кто сюда может приехать, блядь? Звони просто тому, кто за тебя выкуп даст. Без глупости. Писать, блядь, через рацию? Да. Ты, блядь, пейджери, что ли, дали тебе, блядь? Писать. Говоришь, что тебя ебанулся, похитили и требуют выкуп. Тебя похитили, скажи, блядь, им нужны деньги, блядь. Отправьте переговорщика, блядь. Марсель в городе, передай всем мусорам. Да, бля, депутат заехал, бля. Меня, бля, Жириновский ждет, бля, я сюда на тебя приехал. 50 тысяч. 150 вот я. Да какие 150, тормози, у тебя аппетиты растут, агент меня слышно, бля. За тебя сколько максимум дадут? Полтинник. Ну все тогда. Если он кадетов принимает. А еще мы хотим переговорщика, чтобы получить зеленый коридор. Не, еще мы дохуя что хотим, бля, мы на этом не остановимся. Пусть сюда приезжают переговорщики. Ты передаешь мне документы? Так я же... А, стоп, я же... Хуйна, 1-0, бля. Так, слышно, прием. Просто вроде как передавал. Как безработный там написано? Как написано? А-а-а. Имя какое у него? Рэм, блядь. Рэм? Рэмбоу Сикс, блядь. Здравствуйте, господа блатные. Ой, бля, какие... Здравия желаю. Оливуд, за него больше дадут. Общаться справа от твоего плеча. Не-не-не, справа от тебя, справа. Вот он сзади, руки за голову держи. Вот синим. Вот он, бля. Здравия желаю. Пиздец, ты в участке, что ли? Ты чё, бля, в обел заехал, что ли, бля? Я-то понимаю, бля, что я генерал, бля. А вы все ниже стоящие, бля. Да я так заметил, что вы люди серьёзные. И около плавающие, нихуя себе, бля. Я так понимаю, здесь все по-серьезному, как бы. Моему человеку угрожает опасность. Здесь чем я хочу посмотреть, осмотреть человека, если что, оказать первую медицинскую помощь. Ты кому хочешь оказать медицинскую помощь? Своему человеку. Мы его здесь, блядь, не обижали. А я хочу убедиться в этом. Здравствуйте, офицер. Как с вами, все в порядке? Вас никто не трогал, не обижал, все нормально. Ну, как, не считая, руки опустить, чтобы, так сказать, прощупать опусти, человека, посмотреть опусти. На опусти, бля, вместе с руками его тоже, бля.
голова у вас не кружится, все в порядке, все хорошо. Да, остальное все нормально. Ты ебать, бля, доктор, терапевт или переговорщик, бля. Ты еще печень, селезенку, бля, проверь, бля. КТ сделай, томографию, бля. Так по-быстрому спросил и все. Не может быть такого. У меня очень знакомый такой, такой бархатистый голос у вас очень. Бархатистый, очень я что, делаю, что ли, бархатистый, блядь? Послушай. Не знаю, это, ну, вы поняли, короче. Да, успокойся, короче, все нормально, не нервничай, не переживай, никто стрелять не будет. У меня такой момент есть. Так. Есть бойцы, которые готовы умереть. Но у меня полное дело таких бойцов. Если прямо сейчас мы отпустим этого человека, бля, без денег, бля, которые нам нужны, бля, есть люди, которые, бля, газанут на нас? Безусловно. Ты отвечаешь за свои слова? Да. Что мы будем вот здесь прям сидеть я и люди... Я без бабок не ухожу, бля. Бабки, а где бабки? Ну, на счету деньги, я могу поехать, снять, не проблема. Если вам нужны деньги за человека, могу отдать деньги. Не нужны деньги, мы можем по-другому решить вопрос. Нам нужны деньги, бля, и нужно решить с нами вопрос по-другому. Ты видишь, бля, громкоговоритель хапнул, разговариваю, бля. Мне кажется, мы передумали. Ага, то есть только 50 тысяч вам надо. Да 50 тысяч, и мы здесь ждем, бля. Своей смерти, бля. Я не хочу так жить, бля. Хорошо, давайте сделаем так. Я сейчас даю вам на лапу 50 тысяч. Mm-hmm. Этот человек уезжает со мной вот в этом замечательном, удобном В-классе. И в течение 5 минут, так сказать, показываю. Нет, мы делаем по-другому. Вы даете деньги вот этому человеку, депутату, серому кардиналу этого города. И этот человек остается с нами. Вы берете всю свою толпу, подходите сюда. Я вот прямо сейчас отдаю его вот так вам. Он идет с вами вот туда. И мы, блядь, все внизу, блядь. И вы уже делаете то, что должны делать. Так. Ну, так будет в опасности. Нет, я его вот до суды доведу. Все будут там внизу. Я вот до суды, вот прям как мы сейчас стоим, доведу его прям до суды, когда увижу, что есть люди, которые готовы за него умереть. И все. Да. Я вам дам человека. Да. И люди сюда зайдут, хорошо? Вот, да, все. Все, я вас жду. Я жду, короче, тебя здесь. А что у вас? Да. Да. Там вертолет был. Давай толпу собирай. Сейчас мусора, бля, наштурмовать будут. Эй, бля, Марсель, ты что за убийца, бра? Бля, я не знаю, да он что может сделать? Кто у него оружие забрал? Я без оружия, дайте мне его оружие, бля. Ты представляешь, мы сейчас хохолом, если мы в отделе сейчас все у них будем, а? Да, в отделе нет, ты прикинь, да если они нас поднимут и отвезут напитки, ой, бля. Ты представляешь, как он разговаривать там будет, бля, я уже представил просто, он как будет там общаться, бля. Ты представляешь, как я там молчать буду, бля. Гентел, там получается, надо отойти по-любому. Инфа на телефон поставил, пока они там ждут машину. Моя рация передает мне, что там машины стоят, 18 человек. Бля, их все больше и больше, что ли? Конечно, надо нам сейчас... Подожди, Лахман, только на минуту можешь включить вот это свое? Не надо ничего. Ты знаешь, как сделаем, брат? Пускай все слушают, они разницы нету. Вот так надо сделать, Лахма. Пускай сейчас Марсель остается там, и человеку 8-9. Mm-hmm. Пускай останутся с ним, типа бабки принят. А мы сами закрутим просто и забираем. Зайдем сверху, легче работать, чем снизу. Алексей Михайлович, ситуация накаляется, отходите. Слышишь? Мент, бля, говори быстрее, бля, я уже, блядь, на суете чуть ли не сказал, бля, я уже нервничать начинаю, бля. За мной иди. Марсель. Пойдем на переговоры, бля. Пойдем. Очень предчувствие, это редко бывает, сука. Да, мы это посмотрим через минуту, лысый, сука. Ух, бля. Ух, бля, нихуя себе, бля. Заряженный мусор. Я уже готов. Он уже переоделся. Потому что тебе, кому деньги? Он на туре врезал. Отойди. Вот этому, бля, передай-ка, бля, человеку, кому, бля. Вот. В плаще. Здесь плаще. Один депутат. Вот депутат, бля. Бля. Эти писья, что главное, что боком висали. Милаш! Ау! Иди назад, доча. Оружие на 200 уйдет, блин. Вообще садись, увезу я. На горе снайпер там стоит. Пойдем сразу. Где деньги? Где деньги, бля, заебал, бля. Байра!
Чё там, брат? Достался котлету денег, бля. Подожди, перечитай. Настоящий нет, бля, фальшивка. Ты чё, бля, меня обмануть хотел, что ли, бля? Стой. Байра! Наёбывай, да он? Байра! Не-не, всё нормально. Не-не-не. Перед уходом ему одну дай коронную и расходимся. Одного леща. Не вот этому. Вот этому, сзади тебя, Байра. Эй, бля, не-не-не. Случайно, вот этому. Так не годится. Стой, бля, куда ты бежишь своему хозяину, стой. Сука. Развернись к нему. Это пиздец. Сейчас, секунду. Хлёстку одну, Байра. Бля, в перчатках уже дам, бля. Дал почувствовать человеку напротив, бля. Чёрт. Бля, я тебя сейчас, сука, на колени поставлю. Всё, иди. Мы здесь, бля. Шуруй, бля. Беги, бля. Бабки у тебя, Марсель. Иди, бля, по полтиннику, бля. Назад отбегайте, назад. Назад отбегай, быстрее. Назад отбегай. Какой участие с газуем с ними? Лей. Клео. Ты вай-вай будешь или поедешь, а? Мы встряли, я тебе сразу говорю. Да. Мы встряли? Да, там машин 10 полных. Бля, ну если ты говоришь, что мы стреляем. Раньше выстрела не падаем, бля. Даже, серьезно, там толпа, да? Но все равно до конца. Ты просто шалей сейчас. Бля, по-моему, охуенно снимаемся, пацаны. Милаш, садись с ней вместе садись. Да, я не сяду в машину. Кто это за рулем? Сюда езжайте, уезжайте, оставь их, воевать будем, они пускай уезжают. Лее, бля. Вон они бегут, они уже бегут, по горе бегут. Ёб твою мать, на эту... Идем, Марсель. Ой, бля, вот он. Бля, сука, это что такое? Ой, бля. Ой, бля. Снимайся, смотри, Фаха, слева беги. Бля, не ужили. Боимся, молодцы. Шлейд, снайпер работает, бля. Али, там какая толпа и... Как сейчас, он наверх не поднимет? Давай слева, может, Аминчи. Ой, езжай. Меня хапнули, Марсель, бич. Я молчу, потому что уезжай отсюда, бра. Я говорил, у меня плохие предчувствия. Откуда так много мусоров нарисовалось? Где наша вся эта ураза бывает, когда хиппи... Слышишь? Мар, забери быстро вот эту суету. Иди сюда, брат! Бля, какой брат, когда менты бегут, бля. До города осталось. Слышишь? Мар! Сюда иди быстрее. Забери эту суету. Забери вот то, что я тебе на пол скидываю. Забери быстрее вот это. Подожди, вот это, бля. Бля, что делать с тобой, бля. Блядь, это добивать же нельзя. У меня аптечек нет, брат. Один. Да то, что я на пляже отдыхал, сидел. Да вы подозреваетесь в похищении. Каком похищении? Ты что такое вообще говоришь? Я бизнесмен. На какой допрос? Сейчас я посажу человека в вертолет, пристегну ремень безопасности. На этого, который Марсель допрос устраивал, на него смотри. Я придержу. Не успел все скинуть. Они сейчас патроны найдут. За патроны могут что-нибудь сделать, интересно? Я честно говорю. Да, вот сюда нужно будет запрыгнуть? Да. Сейчас. Да. А он запрыгнет? Подождите секунду. У меня просто, я же уже в возрасте. Я подкину. Все. За ногу подхватите, пожалуйста, меня по-резкому. Да, давайте сейчас. Давайте я сверху вас буду ловить. Все, так, вы руку дайте просто сверху мне и все. Встаете? Да, давай. Все, вот она. Молодцы, ребята, ну, хорошо работают. Нет, у них там просто не работает, поэтому. Ага, все, мы. Вот она.
Отлично здесь просто место. В общем, так. Наручники можно снять? Можно уже как бы. Да, давай. Пожалуйста, и какой-нибудь там плед или что-нибудь одеть. Я так неловко себя чувствую. Я попрошу людей. Спасибо, всё. Спасибо, Евкафу. Принесу что-то. А Руслан здесь, Руслан? Уговажаемый наш. У нас являетесь бизнесменом, да, если я не ошибаюсь? Лахман Джексон, вы, да? Конечно, мы же знакомились, сколько и с вашим руководством. Да, мы все близко знакомы. Мне бы очень хотелось узнать, что вы забыли в столь поздний час на пляже, в таком еще отдаленном, так скажем, месте? Я приехал. Если я достану ручку из правого кармана сейчас. Да, записывайте, конечно. Потому что там такой ужас творился, что я сейчас немного даже понервничал. Ну, давайте, рассказывайте. Мы с дочкой сидели дома, смотрели фильмы и что-то решили. Кофе? Мне, вот сюда, пожалуйста, спасибо. Вам кофе, да? Луиджи, спасибо, молодец. Поставил кружку с кофе на стол. Молоко есть? Пледа не ношу, молока, к сожалению, в автомате тоже не было. А есть какие-нибудь вещи, там что-нибудь одеть, в трусах? Я, сами понимаете. Как? Я могу вам свои вещи дать, как вам такая идея. У меня есть там раздевалочки, рубашечка, так сказать, шортики. Давайте, пожалуйста, потому что здесь затянется, мне кажется, сейчас есть. Взял кофе со стола в руки, обхватил его ладошками, согрел ладони и положил его обратно. Хорошо. Так, продолжайте рассказывать. Спасибо. Какая рубашечка. У вас М-ка? Конечно. Чуть мало мне, а так в целом нормально. Это берег? Ближе к делу. Я приехал с дочкой на берег прогуляться, подождать. Я недавно вообще узнал, что у меня есть дочка и ее жена, кстати. Ее жена, говорю, ее мать работает у вас, если что. Мать зовут... Догадывайтесь, как? Нет, нет. Не совсем. Клеопатра. Знаете такую сотрудницу? Не работает. Она уже не работает, к сожалению, у нас. Ну, работала. Значит, бывшая сотрудница. И на офицерах, которые находились внутри, установлены великолепные бодикамеры, да, которые вели запись всего произошедшего. Бодимания? В том числе бодикамеры. Бодикамеры, да. И мы обязательно посмотрим эти камеры, записи, да, как только наши техники доберутся до вертолета, посмотрят записи, мы посмотрим. И если там обнаружится, то волшебным образом на бегу скидывайте одежду, доедайте наркотики и выплевываете пулеметы, то что в таком случае мы будем делать? Мне такой вопрос интересен. Да это вообще чистая ложь. Да, я вообще в шоке, дело, Руслан. Вы что, меня реально подозреваете в этом похищении? Не уходите, пожалуйста. Если бы мы вас подозревали, мы бы с вами не так же разговаривали. Я, конечно. Достану... И задаст вам пару вопросов сразу. У него к вам они есть. Подойди к Сеночке. Да, можно и без наручников, главное, что... Что у нее делаете? Можно узнать? Это... Ты моя маленькая. Ты, с тобой все хорошо? Да, со мной все хорошо. Красавица. Посмотри после этой ситуации, как у тебя голос даже изменился. Это в виде сердца получилось, понимаете? Мне пришлось идти долго по дороге, чтобы... Ближе к делу. А почему вас не было рядом, когда вашего отца задержали? Потому что я ушла далеко купаться, понимаете? Такое бывает. А как вы здесь оказались? Я по дороге бежала. И добежали до здания ЛСПД? Конечно, пешком долго. Видите, ожоги на лице. Вы можете посмотреть. Вы узнали, что ваш отец... Ну, сообщили, наверное, ребят. Ну что, брат! Я ему трахнул, брат. Подожди, за мной. Проходим. Легким движением руки выключил бодикамеру. Потом мы с вами поговорим сейчас. Камеру зачем выключать? Ты бушку нахуй сломаю, ебать. Нахуй ты что-то тут нам качаешь, ебать. Я уже наркотики все нашел. Ты слышишь меня, ебать? Я ебанутый, я, блядь, в Ираке воевал, нахуй. Ты долбоеб, что ли, бля, как вам Ираке? Я ты тебя сейчас несу? Нахуй. А ну пойдем, нахуй, я тебя под душ, я ебану, ебать. А отпусти меня, долбоеб. Взял человека за руку, ебать, потащил за собой, блядь. А отпусти меня, бля, долбоеб, я тебя выебу. Ты какую водичку, бля, любишь? Холодную, ебать, или теплую? Скажи мне. Бля. Любишь, не любишь, блядь. Сейчас включу сильно холодный душ. Дай воздух. Ай, бля, убери это, долбоеб, горячий воду включил, сука, черт ебаный, бля. Холодную, холодную, не ори. Да похуй какую, ебанат, бля, у меня все наоборот жизни, бля. Что происходит? Тут дверь же. Ай, бля! Я спросил, здесь открыта дверь, мне ответили, да. Здесь что происходит, я спрашиваю. Пиздец, бля, камеру выключил, долбоёб, беспределит. Представляете, сотрудник? Снимаете вы? Конечно, снимаю.
Я еще раз спрашиваю, у вас нашивка или бейджик есть предоставить? Вот гандила ты встрял, сука. Ну ты гандил. Я, говорит, Ирак видел, не Ирак, долбоеб, долбоеб, ох, долбоеб. Я вас спрашиваю, у вас нашивка или что-нибудь есть вообще? Ай, бля, ах ты долбоеб, сука, замолчал сразу, сука, бля. Нашивка у него на ебальнике будет, бля. Нашивка тебе пиздец, бля. Извините, бля, за мои вот эти эмоции, бля, под горячую холодную воду, сука, сует, бля, камеры выключил, бля, Ирак, бля, пиздец ты, бля, Ирак, бля, видел, бля, долбоёб, бля. Откуда мы, бля, туда люди летать боятся, бля, ебень, бля. Так, агенты, агентка. Гондон, агентка, бля, скручивай, да, да, его, агентка, бля. Агентка, пожалуйста, выйдите. Ай, бля. Сейчас, подождите, граждане. Не, не выходите, не оставляйте агентка, меня с ней. Тут чуть непонятка произошла. Сука, долбоёб, ты встрел, бля. Было. Я не знаю. Не, пока РП процесс останавливается. Сейчас взломаю руку человека и подведу под душу. Бля, ну ты гандила, бля, ну ты гандила, бля, ну ты гандила, бля. С моей-то, бля, нечего доказать, сука, людей пытают, бля. Об этом узнаю, тебе пиздец будет, бля, мои слова запомни, бля. Другим движением руки открыл. Ой, бля, ну ты гандила, бля, ну ты гандила, бля. Чё сказать тебе, долбоёб, бля, чё сказать? В душ зашёл, а ты долбоёб, бля. Это неправда. Ай, бля, спина, под ну душ, ты, сука, душ. Гандила, тебе бля. Холодную, холодную, подожди. Бля. Ты-то на душе будешь знать, что ты меня заставил это сказать, бля, это отсижу, выйду, мне похуй. Да, да, дай конечно, полотенце. Сейчас передам полотенце, сейчас. Зал, отвернись хотя бы, что ты, бля, на мою шнягу, да, будешь смотреть, что ли? Отверните, на жопу тоже не смотри, заебал, бля. Вытер, бля, везде, бля, где можно было, бля, подмышками, бля, ноги, бля, руку, бля, яйца, бля, и закинул полотенце ему на плечо, бля. Слышишь, ты что, ебанулся, что ли, бля? А куда мне его, бля, на пол, что ли, выкинуть, бля? Не ору я, заебал, бля. Пиздец, что ты, бля, куда мне его выкинуть, бля, на пол, что ли, заебал циклопу, бля. Дам человеку. Ебать у тебя, бля, джинсы. Ты чё, бля, долбой, про Самаха, что ли, фильмы пересмотрел за серии? Давай, надевайся. А джинсы где, бля? Давай, бля, Логан, ёбаный в рот, бля, поехали, бля. Сейчас. В шоке, бля. Сейчас я наручники накину на тебя. Вы что-то хотели? Да, я просто слышу звуки. Иди за мной, пожалуйста. Вы слышите звуки через метровую бетонную стену, я правильно понимаю? Через дверь. Через дверь я слышу. Металлическую, да? Сейчас я открою. А что, а у неё просветов нет? Нету просвета. Как резаный, вы не слышите, что ли? Или вы притворяете, что ли? Нет, нет, никто не кричит. Все, умылся. От дверь продержи, умылся, нормально все. Да, нормально все. Остановитесь, вы проведете процессуальные действия или что, я не понятен. Да я умывался, все нормально. Вас, человек, касается агента, я вас последний раз спрашиваю. У нас как касается, здесь процессуальные действия в туалете проходят, что ли? Не, он умылся. Я он умылся, человек на допросе. Я все понимаю. Сотрудники, вы меня спрашиваете в туалете? Да, да, слышно. Умыться нет. Человеку где? Футболку сними, футболку сними, это сука, меня ожоги, бля, на спине, гандон ебаный, камеру выключил, хуйню делал, бля. Посмотри на спину. Гандила ебаная, ты отсюда нахуй уедешь, понял? Что такое, не понял. Спину, бля, покажи, сука, вся красная, бля. Да, да, стоим. Так, сейчас я сниму человека напротив кофту. Наручники сними, блядь, эту хуйню сними с меня, вся спина так. Красная в ожогах, блядь. Офицеры, офицеры. Всех пересажают здесь, блядь, вы нам мне хуйню делали, блядь. К стене повернитесь. Сейчас поедем, блядь, в больницу, блядь. Я, конечно, извиняюсь. Экспертиза, царапины, блядь. Царапины и ожоги, это же разное. Обманывает сотрудника при исполнении. И, блядь, что за здесь шарашки на контору, сука. Задержанный. Так, пожалуйста, остановитесь, почему здесь такой... В ожогах красных, бля, камеру выключили, били, бля, пытали, матом ругались, бля, на мать, на кого я угодно. Извиняюсь. Вот этот, еще другой там, который был, который все записывал, этот, они завели меня сюда, горячая, холодная вода, ногами по животу, посмотрите, поехали, ожоги свежие, куда я в час ночи купался, у меня какие-то шрамы будут там, посмотрите на спину. Задерживайся. Ты мой брат. Мне очень знакома ваша шляпа. Вы не... Я не знаю уже, что сказать. Вы прекрасно выглядите, умылись, прям свежее, свежее лицо такое. И пахнет хоть или нормально. Что там происходило в море?
в котором, да, обитают, естественно, медузы и прочие всякие существа, где вы могли упасть, подскользнуться, поцарапаться. Вы сейчас просто в наглую клеветаете наших сотрудников. Что делаете? Я накурился просто. Все-таки, да? Да. То есть это чистосердечное признание того, что вы употребляете наркотики, я правильно понимаю? Да, я не могу оставить это уже несколько лет. Тяжелый случай. Есть у кого из офицеров что-то сказать? Да, офицер... оформите данного гражданина за незаконное хранение наркотиков. Я думаю, пускай посидит, подумает о том уже. Эндрю! Как ты, мой брат? Фуй, бля. Лучше бы я открыла камеру и закрыла бы жопу, бля. Чё там, Эндрю? Ничего, бля, руки, Лах, ты мой... Эй-эй, уважаемый Лахма Джексон. Как вы, братья? Чётко, бля. Как ты, да? Чё-нибудь делали? Всё, офицеры, можно... Делали, конечно, брат, бля. Габардёба, бля. Руслан. Да-да, Лахма. Отношения сразу. Вы помните, что у вас есть сертификат? Помню, конечно. Не хотите воспользоваться? Нет. Гандону ответ, значит. Пиздец тебе, Руслан. Зря вы так, гражданин. Милаш. Сюда иди, мой зайчик. Что такое? Как ты, папина красавица. Возлюбленный изменил, отец нашел другую дочь, я думаю, лучше не может быть. Ой-ой-ой, твои вот эти детские штучки, ты начала, что ли? Че начала? Взял за щеки двумя руками и зайчика своего. Вторую свою дочь, которая более старшая. Какая ты ревнивая, у нас мужик твоему не повезет. Я единственная дочь, неповторимая. Конечно, зайчик, ты же знаешь. Просто тебя подставлять не хотели, поэтому ее пустили туда. Да куда подставлять? Я в то время уже в КПЗ сидела. Ну, никто же не знал, что ты там сидела. А почувствовать, где отцовское сердце? Как я буду чувствовать? Ты хоть знала, что со мной там делали? Да. Чувствовалась. На мою спину посмотри. Иди подуй папе. Подуй папе, быстро подуй, болит. Слышишь? Еще лечит. Это, бля, спину по-братски сзади, я хочу посмотреть. Пиздец, болит она. Достал айфон, бля, и сфоткал, бля, спину в ожогах, бля. Има! Уровский братаком, бля. Осуждаю, тормози, да ты морозит, что ли? Сосанются. Мы осуждаем такие вещи. Лана. Я тоже осуждаю такие вещи. Посади меня уже в камеру, Лахма. Бля, мне прилечь надо. Бля. Слушаю. Как бы мне было неприятно это говорить. Белобрысая, залетай сюда, мы тебя ебать будем! Чего не слышу, подожди тебе секунду, пожалуйста. Эндрю, брат мой. Пиздец, когда я отсюда выйду. Ну, я очень крайне в этом сомневаюсь. Бля... Эндрю! Знаете, господа очень похожие на вас, господа очень похожие на вас говорили абсолютно такие же вещи, но, знаете, за базар, как говорится, они вывезли. Осуждаю, тихо. Да, госпожа, похоже и на меня, либо на пожизненном сидят, либо в розыске, блядь. Понимаешь? Ага. Ну, как видите, они на свободе были, а после чего оказались в больнице в тяжелом состоянии. Отпустите, бля, их выебут. Звучит очень красиво. Отпустите вас. Мы к вам будем за время вашего срока приходить, общаться, спрашивать у вас некоторые детали. Будете ли вы согласны добровольно, так сказать, идти следствию навстречу, бля, и рассказывать детали, Лахма, Лахма, детали нашего дела? Как отношения вы испортили, я в шоке, Руслан. Кто знает, что... Дочка познакомится, красавица, да. Реально жизни, меня нету травку, меня вообще хуй, брат, нервы, брат. Осуждаю.
Ты нормальный человек. Серьезно? Да. Ты через сколько? Через 25 лет выходишь, милаш? О, спасибо, Эдди, ты мой брат. Ты мой брат. Эндрю. И все, что он делает, и он всегда рядом с нами, слушай его. Знал, что он с Клеопатрой? И что? Это твоя мама? Он с моей мамой. Он такой, бля, дамский угодник. Он может и с твоей мамой. Ну, с твоей мамой, он с твоей мамой из весь город. И что теперь? Был, да, когда-то. Ты хоть отрицай для приличия. А что мне отрицать, бля, если ты случайно, бля, появилась, бля, извини меня за вред. Доча, я не хочу сейчас отношения портить. Я вообще сейчас очень сильно, бля, расстроен. Здорово. Здорово. Вази, ты что, меня разогнался, что ли? Кого целует, а? О, бля, закрыл уши, блядь. И все. Давай. Она твоя дочь, а Клеопатра ее мать, а ты ее отец. Клеопатра тебе кто? То получается, я Клеопатру ебал, брат. Давай спать ложись, ты тоже. И все. Аккуратно лег спать, блядь. Взялся за голову, блядь. Закрыл уши, блядь. И все.